Не знаю, дедушка. В ближайшее время, но пока не получается. Короче, вот этот вот вонючий ублюдский портал, который я нашел. Ты нашел в итоге портал? Когда? У меня не было сегодня времени. Я лежал на диване. А. Не, серьезно, короче, времени. Я серьезно говорю. Мы не встретимся и никого коп не будет, потому что это просто какая-то... Зрители обоих стримов, просто секундочку внимания. Мне написало 10 человек, что если ты хочешь познать No Man's Sky, ну реально в сингле с интересным сюжетом, то нужно начать игру заново, поэтому не смотрите на нас. Мы не... Как там говорят? Not representing final quality of the product. Ну, говно, ты понимаешь? Mm-hmm. Вот. Это не реклама, просто, ну, чтобы вы понимали, мы половину функций вам сейчас не покажем, потому что будут в комментариях бомбящиеся, типа, вы там половину не показываете нам, мы не будем, мы сегодня кого будем пробовать, реально. Вот, да. Что, ты плачешь опять? Плачу опять. Потому что на какой-то заснеженной планете, где минус 70 градусов, у водичьего портала. Читер КМС пишет, единственная игра, от которой у меня сгорела срака. Я столько фармил, чтобы летать здесь, в центру. А в центре ничего. У нас разный режим будет, мы не сможем поиграть вместе, тем более. Ну да. У тебя какой режим? Прости за этот звук. Будет режим созидания. Наверное. Хорошо, я созидание поставил. Для использования строительного терминала нужен квалифицированный наблюдатель. Опять же, на космической станции, но я стою на планете, какая космическая станция? Я поставил просто штуку без входа, короче. Я написал Пинос, пишет, пусть ваши слова утешат других странников и направят их путь. Ладья, домики будут из грязи? Нет, Тёмы нету. Такая полумесяц, в который воткнули, короче. Так, полумесяц, в который воткнули, есть. Потом такая медуза разводит руками, такая, ну, блю, бывает, короче, видишь ее? Медуза? Я, может, дебилый, не вижу никакой медузы. Ну, типа, такое, короче... Кто-нибудь с ним во рту, расскажите, какая... Как будто волны, короче, из них выпрыгивает медуза. Или это остров, а на самом деле айсберг, короче. Не, может быть, это волны, из-за них солнце идет, типа закат? Ты про это? Как на медузу похоже же, но... Первое, это не медуза. Ладно, давай следующее. Следующее, короче, гундос и чмо. Ну, у него два глаза и нос такой ниже рта. И он такой, типа... Понял, ага. Далее опять луна, полумесяц, в который воткнута. Ага. Так, потом, типа, медуза такая, ну, блин, бывает. Ну, не медуза это. Ага. Но. Ага, так. Потом, короче, стрекоза, у которой один хвост длиннее другого. Так, ага, вижу. Потом гундосы. Это потрясающе. Ага. Гундосово, да? Гундосы опять. А, опять? Ага. Ага. Потом вигвам. Такой. Понял? С этим, наверху с рогами. Да. Гундосы и чмо. Ага. Опять гундосы? Да, я тебе говорю. Да капец, он запарил уже. Так планеты, на которой живые яйца живут, блин. Потом Титаник с тремя трубами. Ага, понял, да. Потом Титаника 4 было, ну ладно. Да, ну а этот с тремя. Потом, короче, такой этот... диплодок такой, это не мое перо, такой, блин. Такой испуганный, видишь? Ну, типа... Типа динозавр? Да, динозавр, испуганный такой, смотрит вниз. Ага. И опять разводит руками медуза. Это не медуза, это закат. Ага, я вот все ввел. Ну, давай. Что-то происходит. Я чувствую тепло. Тепло внутри или снаружи? Сука, я не могу. А ты кто такой? Ты Сас. Тут еще какое-то пришло. Ой, у меня аж слюнка пошла изо рта. Тебя не Сас зовут. Хочет создать монумент вместе с вами. Сас, подожди. Стрим-снайпер. Так, я появился где-то. Эвклидова галактика, это ты тут? Первооткрыватель по ЭСКу. Почему 91. Тебя... Нет. Это здесь... не ты? Здесь какой-то Сас. О, смотри, еще одно пришло. Вот, Джек Шеффорд. Вот. Это ты! Блять, это кооп, вы понимаете, да?
Джек Шепард хочет создать монумент вместе с вами. Хорошо. Ага. А что тут делать? Историческое событие. Джек Шепард мог встречаться на планете, точнее, вонючие светлые шары вместо них. Я могу вездеход вызвать. Ребята, пожалуйста, дайте нам еще чуть-чуть. Чувак, я вызвал вездеход, я в него сел даже. Ты его видишь? Нет, знаешь, в чем прикол? Я вижу твой шар, и на нем нарисован вездеход, сука. Это новый. О, боже, вот это у тебя вездеход. Вот это да, лёг. Шон, за что? За что? Попробуй умереть. Я светящийся шар. Я не могу умереть. Но мы модели не сделали, Шон. Модели не сделали еще. Выпускай похуй. Но мы еще не сделали возможность взаимодействия второго игрока в мире. Там, ох, кого сказал, выпускай. Вот. Этот, что пока ты не пройдешь какой-то сюжетный квест, ты не сможешь воспользоваться порталом. Ну в смысле? Мне по приколу, реально. Там, зачем я тогда портал нашел сбоку? Я сегодня сегодня пришел страдать, реально. Я уверен, что так и будет. Ну, почему бы и нет? У меня настроение прекрасное, а это мне не испортит настроение. Я тоже так думал. А потом я 2 часа искал портал. Серьезно. О, Джек, я тебя вижу, у тебя модель видно! Офигеть! Да ты гонишь. Да, я гоню, Джек. Ага. Здесь уже много народу ездит. Какие... Мне скучно, я хочу выключить. Увеличение кадров выключено, данное повреждение. Ага. Я буду называть эту машинку козел. Причем с наслаждением. Козел. Вот это мультиплеер. Не, ну скажите, чатики, мы же сегодня очень хорошо с вами проводим время, да? Пусть кто-то попробует сказать, что это не так. Мне очень весело. Джек старается. У всех разный геймплей. Кандидат на балконс не попадает. Джек не сможет вернуться, у него нет кода для своего портала, где остался корабль. Вот если бы, мне кажется, я что-то там прошел бы, и у меня был бы какой-то... Ну вообще, ну что нужно, твою налево? Ну просто какие-то коды, какие-то порталы, чё вообще, блин? Дай людям просто в игру поиграть вместе, и всё. Меню присоединиться к другу или типа позвать друга к себе в игру и все, вот настолько легко это должно быть. Чувак, я плачу 50 баксов, мне не нужно твои ребусы решать сраные, да? Я хочу прийти после работы, поиграть в игру. Да, я сижу какие-то коды, короче, еще по планетам, подбираю их. И потом еще типа надеюсь, что а получится, не получится нам друг друга увидеть без шаров или нет. Я лечу к тебе, сейчас я расколочусь, короче, о землю, и мы закончим, и пойдем в куб. Потому что я не вижу смысла в это дерьмо играть. Это ебаный пстой, ну в смысле... Пип! Ага, простите. Кому нужен был No Man's Sky, я рекомендую вам уже уходить. Тут ничего вы не дожить, серьезно. Пока это даже не мультиплеер, серьезно. То есть, ну окей, я вижу вот эти вот иконки, ну ничего. Разработчики игры. Так, в общем, сейчас мы будем играть в PUBG, потому что мы в нем хороши, и каждый раз, когда играем, как минимум один раз берем топ-1. Угу. Вот. Ну, да. О, боже мой. А это, ну, типа, надолго реально не хватило. Все говорили, что типа их хватит на час. Но, я позволю заметить, нас хватило на 1 час и 25 минут. Да, вот. О, видишь, никого нет. Да я тебе говорю, подвинься! Ты что, об меня, что ли, врезался? Как ты это делаешь просто? Я опять урон получил. Пистолетик-то хотя бы можно? Не играем, пожалуйста.
Джек Шепард, это ты был, да? Что это было вообще? Я выслеживаю, такой пошел, короче. Я вверх твоего дома. Джек, нужно решать вопросы. О, господи. Забей, Джек, ничего не было, хорошо? Просто прости. Да. Симулятор не красит, кто-нибудь уже был. Симулятор некрасивых планет. Лол. Слышь, они меня обошли, они меня изнасиловали, Джек. Да. Жаль. В этом доме кто-то есть. Может, он нам вынесет поесть. Едем мы отсюда хоть куда. Или нам с тобой. Едем быстро, на этой горке кто-то есть. La 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 la